Стахановская, вся плывет вообще. Там уже улица Победы, прямо через метров 200, ой, 20. Накануне вечером на Уралмаше, неподалеку от пятиэтажки на Стахановской 45, из-под земли, разорвав на куски асфальт, вырвался фонтан холодной воды метров 5 высотой. Местным, правда, показалось, что неприродный гейзер раза в два выше, то есть с трехэтажный дом. Но это уже детали. Из-за коммунальной аварии затопило и улицы, и дворы в округе, и проезжую часть, и тротуары. А в подвал одного из многоэтажных домов затекло столько воды, что он превратился в сущее болото, к счастью, лишь временного базирования. Это уже асфальт отошел, и машинки скоро будут проваливаться там. О, еще больше дырка стала. Кое-кто из местных ходоков, чтобы в лужах ноги не замочить, был вынужден нарезать круги возле домов и искать для перехода пока еще сухие островки на тротуарах. Водоканал, получив сигнал, отправил на место аварийную бригаду, которая по-быстрому фонтан три человеческих роста перекрыла, а вот последствия несезонного разлива холодных вод долго пришлось устранять.